Новый подрядчик, строительная компания «Крафт», будет достраивать проблемный Демидов парк в Новоалтайске. Об этом сообщает Политтибру со ссылкой на госинспекцию региона. Речь идет о многоквартирном доме по улице Прудская, 40. Чтобы уложиться в срок, с сентября работы на объекте обещают вести в две смены. Отметим, что с января подрядчиком Демидов парка была компания «Селф». Белокуриха выступит против повышения курортного сбора. В следующем году его планируют поднять с 30 до 50 рублей за сутки с человека. Почему, рассказывают корреспонденты КП на Алтае. С момента введения курортного сбора в городе собрано 7,5 миллионов рублей. Со следующего года стоимость повысится, но руководство курорта считает, что это может вызвать волну возмущения туристов. Добавим, что собранные с туристов деньги планируется, в частности, потратить на благоустройство городских лесов, въездной зоны в город и создание пешеходной зоны Ореховой аллеи. Бесплатные мастер-классы проведут бийские музыканты в арт-пространстве «Глагол» в 18.00, вход свободный. Советы профессионалов Александра Зиборова, Дмитрия Крестовоздвиженского, Константина Балахнина и Елены Жуковой можно получить в течение 3 дней. Первое занятие сегодня в 6 вечера, полное расписание на сайте бийского рабочего. Евгения Доровская, «Наши новости».